Вот здесь вот была Кора. Сейчас маленько обанкрочена, закрыта. Ну, наверняка кто-нибудь выкупит. Сделал супермаркет. Кора был такой чуть-чуть подороже супермаркет. Но сейчас его место занял Бегемот. Раньше не было. Ну, собственно, и супермаркетов сейчас столько. Ярче, пятерочки, магниты и так далее, и так далее. Все это есть. Собственно, проблем с магазинами нет. С продуктами нет. Есть проблемы с деньгами. У людей недостаточно денег, чтобы скупать все эти продукты. Собственно, поэтому и продаются самые дешевые. То есть настоящего сыра не найти. Там других каких-то качественных продуктов тоже. Ну, собственно, то, что покупают, то и привозят. На что денег хватает, то и есть. С другой стороны, в принципе, все, что надо, все есть. С голоду никто не умирает. Собственно, в 90-х было гораздо хуже. И ничего, все выжили, и все замечательно. Вот старинное кафе «Дружба», азербайджанская кухня. Там была пивнушка. Сейчас облагородили, сделали кафе. Вполне хорошее, приличное, вроде рассказывали, сам я здесь ни разу не был. Там ярче супермаркет, тоже сеть супермаркетов в Москве есть. Везде есть Мария, кухонная студия. На улице припекает так хорошо, градусов 30, наверное, есть. На солнце. Я как дурак в куртке. Зима. Ход с собаками запрещен. HRV. Я хотел такую покупать. Мне нравится, как выглядит. Старенькие. Их уже лет 15 не выпускают. Ну ничего, ездят. Там вариатор. Рео. Номер 10, куда мы платили. Всегда. За квартиру. Ковровый двор, где был, там и есть ковры, кухни, линолеумы. Вот здесь вот Мир, торговый центр. Раньше тут, ну, какой-то НИИ или что-то такое было. А сейчас торговый центр. Там супермаркет, а Пятерочка сейчас, вон, фикс прайс. Здесь редко был. Полиция. Здесь, видимо, перебегают дорогу. Вот. То есть это метод воспитания детей, чтобы они переходили дорогу в положенных местах, а в неположенных не переходили. Очень хороший метод. Страх работает. Понятно, что там штраф-то никакой, да и брать его никто не будет. Ну, беседу проведут, и это очень хорошо. В свое время и со мной тоже проводили. Правда, я всегда переходил там положено. Ну, а там, где не положено, никто не видел. Потому что все равно я ничего не нарушал. Вот это цирк. Не знаю, он работает или нет, но, наверное, работает. И хот-доги по 69 рублей. Блин, что-то хот-дог хочу. Ну вот. Красота. Когда солнечная погода, блин, красиво.
Так, ух ты, побежали. 37 секунд. Одиннадцать, 10. Успели. Вот, поляна какая, красотища. Вот здесь большая площадка для выгула собак. Ну, здесь можно и людям гулять. Вот, только засерано маленько, ну да и ладно. В общем, красиво. Зеленая область, почти в самом центре города. Вон там вон трубы, там промышленность, ну, азот, калит и прочее. Заводы химические. Вот ветер периодически оттуда, отсюда. Ну, а здесь спальный район. Ну и, собственно, было спроектировано таким образом, что люди оттуда едут вон туда работать. Каждый день туда, а потом каждый день обратно. И это правильно. Чем дальше от заводов, тем лучше. Вообще, в идеале, заводы должны быть километров на 10 от города. Химическое производство, оно опасное, это серная кислота. Разлив серной кислоты, да, ну, он действует и на легкие. Ну, кстати, в Кемерово не такой плохой климат по сравнению с Челябинском, с Красноярском, с какими-нибудь там другими местами. А химическое производство в основном Урал, Сибирь. В Новокузнецке тоже много. Ну, там шахты, разрезы. Металл льют. М-видео, променад. Так, это что? Это третий променад. Есть первый, второй и третий. Так, есть еще там центр Я и прочее, прочее. В общем, торговых центров больше, чем покупательная способность. Собственно, поэтому там как бы не совсем все цветет, но, в общем-то, работает, и, значит, выгодно. Если бы было невыгодно, то не работало бы. Вот. Там речка. Вниз. Асфальт кладут. Все ремонтируется, все работает, все замечательно. Кстати, службы в Кемерово. Чё-чё, вот службы в Кемерово всегда хорошо работали. Глава был в Кемерово прям очень хороший. Вот. Сейчас другой, но, в общем, тоже все работает. Вроде проблем не видно. Ну, бедненько, конечно, в этом, в удаленных районах. Ну, и там, где проходили сегодня. Конечно, так. Но, с другой стороны, это не Москва. Здесь денег немного. Но, с другой стороны, и предприятия, которые есть, то есть живут, не закрыты, ничего, все хорошо, все работает. Самое главное, чтобы была работа. Все остальное приложится. Дальше идет конкурентная борьба. А если нету работы, если завод закрыт, занятий нет, то, там любой глава города, там любые люди, все равно это все завянет. Так что вот. Вот такая вот речка у нас. Искитимка называется. Ну, это, соответственно, Искитимский мост. Автомобильный, это пешеходный. И вон еще один пешеходный мост. Через Искитимку проходит... Так, как же посчитать? Короче, один на южном,
Здесь три моста. И там дальше еще, по-моему. Короче, несколько мостов. Ну вот, это Ленина. Там цирк. А это парк Антошка. Отдыхают. Красотища. Спортом занимаются. Красота. Там вот кормят голубей и уток. Здесь утки живут. Это хорошо. Раньше не было. Вообще, как вспомнишь, какие-то дикие времена были. Здесь этого тоже ничего не было. Просто были дорожки и все. Больше ничего. Сейчас все есть. Когда с людьми общаешься, говорят, город стал хуже. А как уже он хуже стал, если он стал лучше однозначно? 100%. Песок какой-то. Кафе Эскимос. Детям нравится. Несмотря на то, что будний день, днем, ну, народ есть. Ну а выходные, то тем более. Эх, ничего не видно. Так, телефон уже нагрелся. Девочки сидят, курят. Так что вот так вот. Вот так вот. Ну ладно, на этом прервемся. Кафе-гриль, цыплята табака, ремонт.